Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей с Международным днем семьи. Глава региона подчеркнул, что семья – это опора и защита. Близкие люди создают друг для друга атмосферу любви и понимания, доверия и душевного тепла. Заложенные в семье с детства любовь, трудолюбие, уважение к старшим являются залогом единства и мощи всей России.